Определение степени общественной опасности соединения на суд исходит из того, что указанное преступление является обычным. В отличие от подсудимых и сотрудников, которые начали на место жительства, как они работают, стал определен главным проблемой. Штрафом в размере приватной суммы взятки 4 миллиона 500 тысяч рублей на год федерального бюджета.
Мера пресечения 1 месяца у вас стоит прежней, без заключения под стражу. Срок наказания исчисляется с 18 июля 2017 года. За честь срока выдержания наказания времени нахождения под стражу с 14 марта 2016 года, 18 июля 2017 года, Дениса Татьяна Михайловна признали на уме совершение преступления предусмотрено. Часть 1 статьи 290 3 Уголовного кодекса Российской Федерации и федерального закона от 3 июля 2016 года, номер 324, пунктом Б, части 3 статьи 291 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации в той же редакции назначить наказание. По части 1 статьи 291 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации 1-6 месяцев лишения свободы. По пункту Б, части 3 статьи 291 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации 5-6 лишения свободы. За штрафом в размере прибавной суммы взятки 1 700 000 рублей доход федерального бюджета. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить министру наказание до 5 лет 1 месяца лишения свободы со штрафом в размере прибавной суммы взятки 1 700 000 рублей доход федерального бюджета. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 3 года. Обязательно не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осуждения. Мера пресечения Дениса в виде домашнего ареста поступления приговора по законной силе. Срок наказания исчисляется 18 июля 2017 года. За честь срока выдавая наказание временно хранения под стражей. 14 марта 2016 года, 15 декабря 2016 года, время нахождения под домашним арестом, 16 декабря 2016 года, 18 июля 2017 года.